Линейка на 24 сантиметра или в дюймах. Плоскогубцы. Кусаки-отрезаки. Это стальная. По стандарту напильник, пила по металлу, далее Philips отвертка, плоская обычная, далее у нас тут нож-ковырялка, далее это ножницы, которые режут так, что просто Перчатки с антипрорезанием вас не спасут. Пила по дереву. Конечно же, это все фиксируется. Консервный нож плюс открывашка, открывашка плюс отвертка и гибко проволоки, абсолютно стандартное долото. И несколько канавок, при помощи которых мы можем очистить, либо отрезать кабель. Толстенная отвертка. Ультра острый нож. Он не только очень острый, а еще он может брить. Тут тоже штопор есть с мини-отверточкой. Он, кстати, вот сюда вставляется, вот так. Ну и, конечно же, ключ с трещоткой и удлинителем. Он, правда, отдельно в чехольчике лежит.